Очень близко Вильнюса, и из Вильнюса приезжает много рыбаков, и они привозят корм свой, и рыба, она, скажем так, очень выбирает сейчас, да, что ей кушать, что ей не кушать, но рыба есть у нас. Лещ, лин, окунь, щука, угорь, селява даже есть, один другой сом может лежит там на дне, греется. Все делает хорошая погода. Вот вчера у нас не было дождя, но в окрестностях был дождь. А смысл в том, что если там где-то льет, то сюда уже не едут. Думают, и тут едут. Замок отделяется от верхнего мостом возводимым, и еще есть железная решетка. Ну, так дополнение против, скажем, взлома. Вся деревянная часть, которая находится в замке, была пропитана специальными парафинами, что если уже враг заходит в замок, специально ее поджигали, и она быстренько дотла сгорала. Что противнику было чем тяжелее пробраться дальше. Также в замке есть специально сделаны лестницы, которые идут спиралью. Спираль скручена по часовой стрелке. Смысл ее, чтобы обороняться было бы легко, мечом закидывать, а тот, кто уже нападал, он должен был быть левшой, потому что правой рукой неудобно очень. Все очень было с умом сделано в этом замке. Допустим, обогревание. Толстые стены замка очень хорошо тепло держали, также и холод держали. Вот сейчас летом, там, скажем так, если бы двери не открывать, там было бы прохладно. А зимой уже, когда после Рождества католического, они только тогда включали тепло, а тепло было сделано по специальным шахтам. В подвале была кухня. И вот таким образом теплый воздух идет вверх и обогревает весь пол. Также в те времена знали, что такого экология. То есть вот там были две башенки видны. Смысл тот, что все туалеты были снаружи. Все падало в воду. Если вот смотрели Discovery или там National Geographic, за бегемотами всегда плывет рыба. То есть то, что человек не переварил, рыбка точно переварит. Вот сейчас мы видим разделе этих замков, скажем так, от верхнего и нижнего. В те века, когда замок стоял, уровень воды был на 2 метра выше. И здесь
здесь везде была вода, проходила до стен замка. Не хватает вот только такой же самой стены, вот как с другой стороны. Здесь уже деньги кончили советские и тю-тю-ля-ля. Также мы имеем другой замок, который находится на полуострове в той стороне. Вот видна гора, вот там. Чуть-чуть проплывем дальше, увидите оборонную башню еще. Тот был первый, но он был из дерева сделан. Его часто всего поджигали. Потом князь Кестутис решил, извиняюсь, что надо сделать посерьезней, чтобы меньше был бы доступный, чтобы был бы стойкий. И вот решил строить на острове. Сам замок, он построен на трех островах на основе. И было специально сделано соединение между островами, там провали, специальные замки между островами, чтобы они не расходились. И тогда уже навозили грунт всякий разный, песок, камни, чтобы основу сделать. Стройка века. Принадлежащий саму ансамблю. Сам ансамбль называется «Ужуфракис». Там проживал граф Тышкевич. Парк был построен архитектором французским Эдуард Франсуа Андре. Очень знаменит на это дело. Очень красиво тут. Ясно, некоторые приезжают тут не только погулять, но и позагорать, и покупаться, потому что в советские времена здесь была база отдыха, турбаза. И с тех времен знают, что тут очень хорошие берега, потому что солнечная сторона, тут всегда вода прогревается больше.
обучаться. Российский. Батискаф, ну маленький. Смысл тот, что ну, под водой уже как бы закрытое пространство. А еще более закрытое пространство влезть. Это уже и психологически, и физически тяжело. Вот так вот обучаются они. Понемножку, не на, скажем, не на очень сильной глубине. Там 11 метров, а сами скульптуры стоят на 8 метрах. Ну там из дуба вы просто такие столбы. Thank you.